Пес вынюхивает фазанов. Вы за кустах бегали. К ловушке подходили. Дверцу сильно приоткрыл в ловушке. Они зашли и вышли аккуратно. Ничего, они ход нашли. Я его призакрыл немножко, дверцу. Надеюсь, попадут. Пошли, пошли. Довольно. Он слышал, их видел, когда они подходили к ловушке. Теперь бегает, рыскает их, ищет. Ногами хруст снега. Может быть, слышимость не очень. Ну, стараюсь громко разговаривать. Движение, конечно, в руке. Так, пойдем по тропинке. По натоптанному уже. И вот видите, издалека это видно. Ключей растекается. И водичка у нас не замерзает. Пес пьет с родника. Это его первый родник, возлюбленный, с которого он в основном изначально пил на прогулке. Проталины. Вечно зеленая трава. Ну, здесь не только птицы бегают, здесь и другая живность бегает, и зайцы, и собаки. Ну, здесь тоже проталины, я их уже показывал. Вот как. Ручеек. Как я и говорил. Ручей бежит, пускай небольшой, но бежит. Вода не замерзает. Сосед настоящий водоем, ставок. Вода замерзла. Это сейчас у него вода вышла с берегов, соединилась вместе с моим ручьем. Видите, он в его сторону бежит туда дальше. Так что проталины какие. Это я показывал, как снегом засыпало. Ручей не замерзает. Он дальше как туннель образовался со снега. Вот. Туннель. Ну, вот в этом месте сток родника. Свою нужду справляет, ищет место. Сейчас пойдем к этому кусту, посмотрим, может, что-то из птицы обнаружим. Здесь проталины, выход воды наружу, под землей. Иди сюда, пошли. Корка взялся, собаке уже не совсем удобно бегать. Сюда иди, Хан. Хан, иди сюда. Пошли. Пошли, пошли. Видите, как спотыкается сейчас. Холодает. На ночь обещают мороз минус 12, а на завтра потепление. Ну ты куда пошел? Нельзя туда. Иди сюда. Пошли. Кто-то унюхал.
ту сторону. Беседы небольшие. Ну, как ищейка. Зеленый вид в крови немецкой овчарки. Видите, как рыщет, вынюхивает. Также и кровь у него лобая. Смесь. Может, даже там что-то и есть. А ну пойдем сюда. Сейчас она обойдет. И он дальше пошел. Вот как. Прогулка зимой. Видите, как он пошел по кустам. Вон дальние кусты. Туда пошел искать. Ах ты, непослушный, а? Хитрюга. Если вовремя не остановишь. Хан, домой пошли! Домой! Домой пошли! Если он что-то надумал, пока не сделает, не очухается. Упрямство от алабая. Заметьте. Есть у них такое. Надо с ними жестко. Домой, хан! Пошли! Хан, домой! Сейчас надо будет его ругать. Домой пошли! Хан! Ветер задувает, не слышно. Хан, домой пошли! Хан, домой! Пошли! Бегом! Домой бегом! Пошли, пошли! Сейчас он меня отхватит. Он знает, что туда нельзя ходить. Я ему туда не разрешаю ходить. Ну что-то такого, за никакого не делает. Обязан слушаться хозяина. Хан, иди сюда! Хан! Иди сюда! Сюда иди, пошли! Давай, иди сюда! Иди сюда, бегом! Видите, как неохота идти ему. То снежка нужно покушать. Иди, иди сюда. Давай, иди сюда. Иди сюда, бегом. Видите, достал воспитательный поводок. Ты куда ходил? А? Что? Иди ко мне. Стоять. Зачем ты туда ходил? Зачем? Что такое? Пожалеть тебя надо, да? За что? Ты зачем туда ходил? Вот это что у меня, а? Что это такое? Что? Что это такое? Нельзя туда ходить. Хан, на меня смотри. На меня смотри. Нельзя туда ходить. Вставай. Пошли. Стоять. Стоять, говорю.
Тихо, домой. Домой. И побежал. Сейчас ловушки подходим. Тщательно эту ловушку. Подходим по ловушке. Живолов, скажем так. Хан, ты куда пошел? Нельзя туда. Хан, иди сюда. Сюда иди. Иди сюда. Вот у меня эта дверца подпертая. Вот. Что-то зашли. Как бы толкнули. Назад. Чтобы не вышли. Попробуем, что оно будет. Стараюсь как бы не сильно поднимать теперь. Есть идея немножко по-другому сделать. Пускай еще пару деньков так постоит. Получится или нет. Так, смотрите, какой закат. Красота какая. 2 января. Непослушный пес. Хан, иди сюда. Хан, иди сюда, бегом. Иди, иди сюда, иди. Ты чего ходил туда? Туда ходить нельзя. Ты забыл? Я буду ругаться. Нельзя туда ходить. Ты меня понял? Нельзя. Перчатки ему не нравятся. Часто грызет их. Хватает, не кусает, а так просто в пасть берет. Домой просто все, что подпустили. Хан, домой, домой, давай. На этом все. Будем собирать сено, нужно барашку кормить.